fucking single, singing double, never love a better. Fuck with this, on some other shit, bitches always with another man. Having other plans, pretty hated them and dipping. Why the fuck was I tripping when I should've known? Всем привет! Второе видео за сегодня. Надеюсь, я вам не надоела после долгого моего отсутствия. Поэтому я хочу поделиться с вами, конечно, прекрасной новостью. Она не то что прекрасная, она отличная, замечательная, клевая. Потому что мне пришла посылка. Посылка выигрыш в конкурсе на канале замечательного блогера, позитивного, симпатичного и милого. Это Малая 1413, попросту Леночка. Спасибо тебе огромное, получила посылку. Знаете, эта посылка, я бы ее назвала, я все время люблю как-то называть вещи своими какими-то именами, вот эта посылка из серии «Мал золотник да дорог». Там всего-то ничего в этой посылочке, то есть призы конкурса. Но они такие приятные, они такие хорошие, они такие миленькие. Знаете, вот именно то, что нужно на каждый день. Обо всем по порядку. Как раз закончились у меня шампуньки, закончились что-то бальзамы для волос. Думаю, надо что-то идти прикупить. А из какой серии прикупить, чтобы что-то вроде новенькое хочется? А боишься обжечься, а вдруг на голове потом будет абы кавы. А тут вот мне прислали, и я была безумно рада. Шампунь и бальзам-кондиционер для всех типов волос. Эйвон, я уже пробовала шампуни. Пока вот ничего хаоса мне на голове не навели они. Поэтому распрекрасненько, что в конкурсе был вот такой вот приз. И что мне этот приз достался. Спасибо большое. Я думаю, что все очень любят спреи для тела. Но знаете, если и не все, то большинство, особенно вот когда был жаркий период, как-то, знаете, бывает так, что духи со спиртом мне не всегда хочется использовать, и тем более какие-то концентрированные, какие-то такие терпкие духи, а хочется чего-то вот освежающего, или же когда мы выходим после душа. Так вообще вот хочется чего-то такого приятного на тело нанести. А если нет молочка для тела или нет лосьона для тела, что еще как нельзя кстати будет, так это спрей для тела. Спреи для тела у Эйвен прекрасные, они освежают. И все больше и больше я стала замечать отзывов, что теперь в спреях для тела у Эйвен нет такого количества спирта, как было раньше. Поэтому если он там и существует, то моментально выветривается, остается очень приятный ненавязчивый аромат на теле. Мне пришел вот такой спрей для тела «Малина и гибискус». У меня такого не было. Может быть и хорошо, что не было, зато что-то новенькое попробую. Конечно же, одна из приятных составляющих данного приза, который я выиграла, это были два вот такие вот гель-лака от Avon. Вот в таких коробочках они идут. У меня идут оттенки Rose A-Red и Parf Eyed Pink. Не знаю уж, как они там называются, не буду гадать. Русский вариант в каталоге можете посмотреть. Или на сайт Эйвона зайти. Но лаки вот такие классные. Это красный и это розовый. Как нельзя кстати. Вот что можно было еще более практичного заложить в подарок, в приз, в конкурсе? Так это, конечно, два вот таких цвета. Я думаю, что все пользуются вот таким розовым лаком и все вот таким красным. То есть мне не пришло какого-то там зеленого или синего, потому что все-таки те лаки на любителя, все остальные идут. А вот это вот все-таки классика жанра. Спасибо тоже огромное, что именно вот такие лаки были в конкурсе. Конечно же, как бонус, который лежал в моей посылочке, это вот такой милый календарик от Эйвона на 2014 год.
Так что посылка была масенькая, но до того приятная для души. Спасибо огромное. Привет тебе, Леночка. Пусть твои конкурсы и дальше радуют твоих подписчиков и твоих зрителей. Пусть они так же, как и мне, приносят удовольствие, приносят счастье. Ну, а всем остальным пока-пока.